Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас обзор на покупки из магазина Fix Price май 2020. У меня сегодня опять целых два мешка огромных, толстых. А на самом деле покупала я частями, ходила несколько раз. Вот, и давайте посмотрим, что же я купила. Так, значит, купила я Фрунчоза. А долго на нее смотрела, брать, не брать, ну, подумала, надо взять. Вот. А, наверное, вы знаете то, что на моем канале есть обзоры на продукты. И мы с вами будем ее смотреть, что же это такое. А, что вообще находится внутри этой коробочки. Как она делается, какая она на вкус. Я описываю все. Абсолютно какая даже она на вкус. То есть на моем канале нету вранья и... Все будет видно, обязательно посмотрите. На нее скоро выйдет обзор. Вот, стоила она где-то рублей 77, по-моему, даже. Упакованная такая, все. Даже самое честное, интересно. Так. Также купила шиповник. Тоже очень долго на него смотрела. Брать, не брать. А, вот, но решила взять. Три раза я ходила, думала, брать, не брать, но решила взять, потому что все говорят, что очень вкусно. Но мне интересно, что же там внутри такое? Что там вообще, что там может быть такое? Он, ну, мягенький, блин, я даже не знаю, мне интересно, на него тоже будет обзор. Ну, в принципе, все, которые покупки у меня сейчас вот будут, абсолютно на все будет потом отдельно обзор, то есть на каждый продукт. На канале у меня на YouTube есть отдельный плейлист. Обзоры товаров из Fix Price. Там посмотрите, там очень много всего интересного. Я думаю, вы что-нибудь найдете для себя. И смотрим дальше. Так, также взяла какой-то вот такой, не знаю, у меня то ли сломался, то ли он должен быть таким, какую-то вафельку. Не знаю, уже перед кассой ее увидела, и мне стало интересно, что же там может быть такое. Так, ну, такие бананы. У нас нет, сейчас появился, я знаю, какой-то еще, не банан, а... Папайя, что ли? У нас нету. Уже сколько раз я прихожу, нету. Думала их вдвоем сразу взять. Нет. Ну, блин, никак нету. Короче, тоже. Так. Ну, тут вот такие мелкие какие-то вот батончики я взяла. Их не было раньше. Вот это тоже вот не было раньше. Какая-то вот, я не знаю, плюшка здесь. Браво. Какая-то такая кругленькая, кстати. Мягенькая. Такая. Интересно. Так, ну вот эту я уже где-то видела, по-моему, даже, мне кажется. Я уже половину сделала обзора, но половину какая-то осталась. Я думаю, ну надо взять, пускай будут. Потом сделаю обзор. Так, также наконец-то у нас появилась арахисовая паста. Она лежит в холодильнике. Несколько раз я проходила, не могла никак ее найти. И случайно сегодня заметила. Видимо, она должна храниться в холодильнике. Вроде кто покупал, пробовал, говорят, вкусная. Ну, я думаю, тоже вместе с вами посмотрим, что же это такое, какая вообще она на вкус, мне любопытно. Вот. Состав там, все, короче, мы с вами смотрим. А, также купила я шипучки, такие вот конфетки, на них уже был обзор, но они мне невероятно нравятся, прям обалденно, это, наверное, единственные, то есть карамельки-сосучки, которые нравятся мне все. То есть тут и апельсин, я люблю больше цитрусовый, апельсин, лайм, еще плюс колу. Ну, колу, я думаю, все любят, блин, ну, они реально очень вкусные. Обычно там покупаешь мешочек и что-нибудь там невкусное откладываешь. А потом там, когда уже нечего больше кушать, начинаешь их там поедать. Я купила их несколько, у меня, по-моему, 6 штук. Вот. Два положим туда подальше. 3, 4 и 5, 6. 6 штук. Ну, решила сразу взять побольше, потому что в следующий раз я не знаю, когда там попаду в фикс прайс. Не знаю, короче. Вот, но там, когда покупаете, обязательно смотрите. Там бывают некоторые, у некоторых больше кока-колы, например, сосочек со вкусом кока-колы, там у других больше с апельсином. То есть смотрите, какой вкус вам больше нравится. Я постаралась взять так, чтобы и тех было как-то поровну. Вот, также на обзор купила вот такие вот штучки.
Они как-то были одно время, потом их долго у нас не было. Я решила взять. Появились как раз вот такие вот. Такие появились. Ну, конечно, там и третью тоже взяла похожую. Но я подумала, раз они пока что есть, думаю, надо брать. Сделаю на них обзор, и люди хотя бы увидят, вкусно они, невкусно вообще, что, как, что это. Так, вот у меня один мешок уже закончился наконец-то. Ну и вот такой вот десерт, ломтишка. А своему ребенку, конечно, я давать такое не буду, не собираюсь в ближайшее время. Ну не знаю, я знаю, что многие родители покупают, даже знаю, что там есть Е-добавки. Не знаю, я не хочу давать пока своему ребенку. Мой ребенок еще не ел даже, ни шоколад не ел, ничего, он еще не знает, что это такое. Хотя уже моему ребенку летом будет 3 года. Вот. И сейчас я достану следующий пакет, будем смотреть с вами дальше. Сегодня у меня вообще что-то, какой-то на столе бардак такой невозможный, не знаю, что-то мне вообще прям первый раз. Видимо, давно уже не делала эти обзоры, уже не знаю даже, как это разложить все. Так. У нас с вами следующий пакет. В следующем пакете у меня, как вы видите, цветочки. 2 штучки. Они, кстати, бывают очень мятые. Стоили они, кстати, 55 рублей. Я нашла более-менее не настолько мятые, но, блин, они очень красивые. А вы можете посмотреть в другом ролике. А, у меня есть серия роликов. Плейлист YouTube называется. Там, как набрать подписчиков, как правильно снимать видеоролики, там, ну, много всего интересного. И там у меня как раз стоит большой букет вот этих вот цветов. И так получилось, что у меня только 2 розовых и 2 белых. Я подумала, что-то по 2 как-то это должно неправильно, думаю, все-таки должно быть, наверное, по 3. Везде по 3 должно быть. Думаю, надо еще купить. Но, блин, они такие классные, я бы купила, наверное, такой огромнейший букет. Но мне кажется, этого будет и достаточно. Сегодня их ставить не стала, чтобы стол как-то был более свободный. Так, также я купила вот эти вот вафельки, на них уже был обзор, но я спустя уже прошло, наверное, около года, решила снова купить. В принципе, они мне нравятся, они довольно вкусные, но внутри они просто убитые. И я решила снова купить, снова попробовать, на них не будет обзор, а возможно они засветят, ну скорее всего они засветятся в каком-нибудь влоге. Вот, это да, наверное, скорее всего. Хотя, ну здесь трогаешь, непонятно. Скорее всего, мне кажется, они тоже такие же убитые. И, кстати, в Перекрестке они продаются, только коробочка, или упаковка побольше, стоит 200 рублей. Я иногда вот прохожу мимо и смотрю, так 200 рублей, что-то мне жалко платить. Но наверняка они точно такие же там убитые. Вот. Не знаю, кто покупал их в Перекрестке или в других магазинах, напишите в комментариях, такие же они там убитые или нет. Так, купила я также тесто для лепки. Я уже, кстати, одно покупала, на нее делала обзор. А на эту, я не знаю, я думаю, нет смысла делать обзор. Мы даже с вами этот пластилин, не пластилин, тесто. Тесто это взвешивали, потому что здесь 80 грамм. Я люблю очень все считать, взвешивать. Вот. И, кстати, существует 3 коробочки. То есть здесь вот розовое, желтое, фиолетовое, оранжевое. А там другая синяя, зеленая, красная, какой-то еще. И третья, там 2 других цвета и 2 похожих, как в других 2 коробочках. Ну, короче, я не стала брать третью коробочку, хотя надо было их брать, наверное, сразу. И, кстати, очень удобно, вот здесь вот сразу нарисованы все эти цвета. Вот оранжевый, фиолетовый, это желтый и розовый. Кстати, он очень такой хорошенький, классный. Мне понравился он. Стоил он там 99 рублей. 4 цвета. Ну, в принципе, я посчитала, это нормально. Так. Ну, взяла, конечно, вот такие вот чипсы. Это на обзор. Это я уже давно на них смотрела, смотрела, все никак. И тут уже думаю, надо брать. Так, хлебцы взяла. На них, кстати, я тоже уже очень давно смотрела. У меня сын любит
кушать хлебцы, то есть я ему не печенье даю, а хлебцы. Потому что есть хлебцы, многие они более натуральные. Здесь я не знаю, я состав не смотрела. Ну, сейчас я не буду заморачиваться, смотреть состав. И я ему в основном даю хлебцы, потому что там ничего такого лишнего нету. Вот, как раз это самое то. Вот здесь тоже на них будет отдельный обзор. Посмотрим, что же там внутри находится, что это вообще такое, как это, что это. Вот, они будут отдельные. Вот, также я купила антижир, такой гель, 55 рублей, с расщеплением жира. Ну, не знаю, короче, что-то такое. Средство для плит. На самом деле мне надо очистить сковородку, на ней такая старая, давнишняя черная накипь, что ли, не знаю, как это называется, на ней есть, и не знаю, почему-то мне показалось, что он мне поможет, не знаю, посмотрим. А, ну вот, да, удаляет пригоревшую пищу, ну вот, да, поэтому я его и купила, не знаю, попробуем. Я знаю, что, скорее всего, сковородку нельзя будет им мыть, но посмотрим. Так, также я купила воздушный кролик суфле со вкусом жвачки. У меня есть другие уже два со вкусом мороженки, со вкусом клубники. И вот вышла новая со вкусом жвачки. Я на них буду делать обзор сразу на три. Я решила делать сразу на три. Вот. Не знаю почему. Вот. Ну, короче, будет обзор на них. Тоже выйдет скоро. Так, и также я купила еще один набор. У нас набор там другой немножечко был, кстати, на него уже обзор. И вот такой вот делает сладости всякие, мороженки. Сыну, кстати, в принципе, очень понравилось. Моему сыну 2 года и 9 месяцев. Его прямо это конкретно привлекло. И как раз вот это вот тесто, оно подходит под эти вот всякие там вкусняшечки. Вот, то есть вот такое вот. По-моему, даже мне показалось, когда я ее покупала, есть еще третий, но не факт. Вот, вроде бы как. Действительно, у меня тут получилась вообще огромная помойка. Да, также я купила средство для унитаза. Оно у меня лежит отдельно. Я сегодня им попробовала попользоваться, потому что нужно было помыть унитаз. Вот, сейчас я его вам покажу. Вот оно, это средство чисти. 8 в одном, но, единственное, вот мне не понравилось, он очень сильно пахнет хлоркой. Он очень просто сильно пахнет. Вот. Ну, вот, единственное, запах не понравился, но унитаз, он, кстати, очистил, мне понравилось. Там стоит где-то 50-55 рублей. То есть, в принципе, нормально. И также я до этого вот покупала тоже частин 3 в одном. Мне очень понравился он. Вот. Но что-то 3 в одном у нас уже нет. Я его покупала уже очень-очень давно. Вот. Но он уже не настолько пах хлоркой. А, ну да, здесь тоже вроде... Наверное, тоже здесь должна быть хлорка, но когда я его открыла, помню, первый раз он пах хлоркой. Сейчас не очень пах. Видимо, может быть, постоял. Вот, мне понравился, он прям очень такой классный. Там сегодня я была в магазине, тоже был беленький. Но я уже не стала брать, потому что, блин, я уже купила, и мне пока что там этого всего хватит. И также я купила вот эти наборы. К сожалению, они не вместились у меня в мои 2 пакета. Видимо, надо уже покупать 3-й пакет на всякий случай. Вот, купила 2 набора, у меня уже на них был обзор, но я думаю, наверное, надо сделать еще обзор, потому что появились 2 новых. Здесь немножечко другие цвета, немножечко другие там, ну, фигуры, да, те же самые, но цвета другие. То есть здесь, если в тех 2 наборах был ромбики, был красный ромбик и темно-фиолетовый, то здесь зеленый и голубой. То есть уже ромбики вот эти вот... цвета фигур, а другие, также, конечно, карточки, я думаю, наверное, тоже немножко другие, хотя вот ракета, я смотрю, здесь она уже была. Не знаю даже, у меня есть идея сделать обзор на сами карточки, сравнить их вообще, они отличаются или нет, есть смысл покупать. Потом появится еще новое, но нет, наверное, я не буду. Вот эти наборы, они очень-очень просто интересные, они мне очень нравятся. Ну, сейчас не знаю, у меня просто сейчас маленький ребенок, у меня времени абсолютно нету. Но когда садишься на нее играть, блин, это классно. Просто начинаешь что-то там из головы
придумывать. И если честно, мне хочется таких наборов очень-очень много купить. Я бы купила, наверное, еще штук 6, наверное, как минимум разных. Вот. И ребенку моему они тоже очень нравятся. Ему он начал где-то играть, ему было 2,8, наверное, мы их что ли купили где-то. То есть 2 года 8 месяцев, ему они очень нравятся. Они фигурки, давай играть, В принципе, все это вы можете увидеть у меня во влогах. Или есть плейлист, как мы занимаемся с сыном, как я его развиваю. И, конечно же, он знает все названия этих фигурок. Каждое название знаем, какой квадрат, как выглядит, как ромбик. То есть это ему все интересно. И, конечно же, он эти карточки все старается сложить, выбирает сам, какую он хочет сложить, и, в принципе, старается ее сложить. Ну, конечно, не так получается красиво, как у взрослого, но все равно. Вот, не знаю, мне кажется, через какое-то время появятся еще снова новые наборы. Не знаю, буду я их брать или нет. Ну, блин, это реально, они классные. А единственное, знаете, неудобно то, что они лежат все вместе в одном мешке. То есть вот тут, да, например, их 137 штук, 6 разных форм, 30 карточек, да, ну ладно, карточки. Хочется все эти фигурки какие-то, знаете, сложить как по коробочкам вот каким-то. Не знаю, вот у меня такая есть идея, но не знаю, когда я ее там воплощу. Вот, нужно, не знаю, это надо хорошо все подумать, потому что просто так вот искать вот это вот все в большой какой-то там, в большом контейнере, это неудобно. Ну, не знаю, мне так кажется, что неудобно. Вот, поэтому, наверное, на них тоже будет обзор, скорее всего, будет вторая часть обзора. Такие вот, но они классные, они реально классные. Если вы, допустим, соберетесь вот такие вот покупайте сразу 2 набора одного цвета. Вот, ну либо, не знаю, смотрите, конечно, по себе, но очень жалко, что в моем детстве таких не было игрушек. Я бы, конечно, вообще сутками сидела бы и что-нибудь. Хочется почему 2 набора, потому что получается, что ромбиков, допустим, их много, вокруг ромбиков начинаешь ставить эти треугольники и понимаешь, что тебе не хватает треугольников. Потом понимаешь, что тебе не хватает еще каких-то фигурок, и, блин, это вообще... А хочется составить какую-то, знаете, такую большую картину, большую-большую, там, А3, например, да, размеры, чтобы она такая была какая-то изящная, такая красочная, какая-то такая красивая, что-то такое необыкновенное просто. Не знаю... Сегодня пока стояла, выбирала, я думала про себя, может быть, ты лучше возьмешь, нарисуешь все это, и все, и как бы меньше будет проблем, потом раскрасишь, как бы, и будет тебе, пожалуйста, картина. Короче, вот такой у нас с вами получился обзор, просто у меня здесь какая-то куча, все навалено. Не стала я тратить время все это складывать аккуратненько, хотелось сделать обзор по-быстрому, просто вам показать все эти товары, вот. Надеюсь, что обзор вам понравился, потому что я весь этот обзор делаю только для вас. Продукты покупаю, чтобы сделать также обзор именно для вас, чтобы вы убедились, стоит, допустим, покупать вот эти вот хлебцы или не стоит, какие они на вкус, вкусные, невкусные, может, они вообще невкусные, может быть, они вообще жесткие какие-нибудь или плесневелые там, ну, блин, мало ли бывает. Вот, все это я делаю именно для вас. И, конечно же, хочу, чтобы вы смотрели мои обзоры, ставили лайки, если вам понравилось, конечно, писали комментарии, обязательно пишите в комментариях, что из всего этого вы пробовали, чем вам понравилось какой-то определенный продукт, чем не понравился, потому что фикс-прайс, он такой подразумевает немножко, что раз продукт дешевый, значит, скорее всего, он некачественный, то есть, ну, мы с вами всегда как-то думаем именно вот так вот. Вот именно поэтому я делаю обзоры для вас, эти, чтобы вы убедились, что этот товар хороший, нормальный. А также я могу сделать обзор вот на этот, на это средство, если вы хотите. Вот, напишите в комментарии. Хотя я думаю, что, наверное, скорее всего, надо сделать и порекомендовать вам очень-очень классный унитаз. Да-да, именно унитаз. Вы не ослышались. Вот, потому что в моей жизни было очень много унитазов. И вот этот вот, который сейчас у меня есть, он очень классный. Поэтому пишите в комментариях, стоит делать на него обзор или не стоит. Если стоит, я сделаю обзор и вставлю вам фотографию своего унитаза именно там, где написано, какой унитаз. То есть, ну,
как она называется, циферки там вот эти вот все, ну, короче, поняли. Вот, обязательно в комментариях напишите, кому интересно. Также обязательно подписывайтесь. Все эти обзоры вы сможете найти в плейлисте «Товары из фикс-прайса». Там все есть, все продукты, все товары. Также у меня есть обзоры на товары из других магазинов. Шоколадки всякие там, Милка, Альпен Гольд. Все шоколадки я открываю при вас. Даже консервы, если есть. Я открываю все при вас. Вы видите, что я там ничего не подкладываю. Я пробую и максимально стараюсь вам рассказать, какой вкус. То есть это не просто сказать, там, как другие делают обзор, поела, да, вкусно. А я стараюсь вам максимально четко рассказать, какой вкус, чтобы вам было более понятнее. И вы лишний раз не тратили свои деньги впустую. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. И всем пока-пока!